В Туве инспекторы ПДН проводят в образовательных организациях акцию «Защити свой мобильник». В январе текущего года зарегистрировано 22 кражи, из них 6 совершены самими несовершеннолетними. На классных часах сотрудники полиции беседуют со школьниками на тему безопасного поведения и бережного отношения к своему имуществу, в частности, к аппаратам мобильной связи, а также проводят разъяснительную работу с родителями, чтобы взрослые постоянно напоминали детям простые правила, которые помогут их детям сберечь их телефоны. На территории республики не уменьшаются кражи сотовых телефонов в образовательных организациях, в связи с чем сотрудниками полиции в образовательных организациях проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение краж сотовых телефонов, хищений учащимися и также в отношении них. Данная акция «Защити свой мобильник» проводится с 29 января по 4 февраля. Эти мероприятия запланированы в течение всего года и будут проводиться на постоянной основе. Взрослым необходимо повторять детям, чтобы они, находясь в общественных и многолюдных местах, держали телефоны во внутренних карманах одежды с молнией, не оставляли свои вещи, сумки, рюкзаки без присмотра, не носили сотовые телефоны в незастегнутых карманах одежды, на виду и не демонстрировать сотовый телефон в окружении незнакомых людей. Детям необходимо помнить, что не надо давать звонить по своему телефону чужим, незнакомым людям ни при каких обстоятельствах. Также сотрудники полиции обращают внимание руководителей образовательных организаций на принятие дополнительных мер по организации надлежащей охраны по обеспечению сохранности личного имущества учащихся, педагогических работников и обслуживающего персонала, в том числе с привлечением частных охранных организаций.